Я хочу сказать, что я здесь наслушалась мата на год вперед. Что желаешь, молодежи? Разучиться матом ругаться и научиться трекинговать. Здесь часто слышу вопросы, ты в каком классе? Я в каком классе? Да. Первоклассная я в той. Всем привет! Мы в скейт-парке XSA, город Москва. Адрес смотрите в описании. Так, ну что, пройдемся по фигурочкам. Тут у нас, собственно, XSA Rams. Плюшечка, разгоночка. Начало, так сказать, скейт-парка, который ведет вас сразу вот в эту стрит-зону. Тут у нас прям сразу небольшой еврогэпчик. Не очень высокие граньки, перилочки. Здесь сразу еще пул-джем. Такая стеночка а-ля wall-ride. Достаточно резкая, но потрюкачить можно. Ой. Это, блин, как бы... Слушай, это прям металл в фигуру встроенный. Так она сама... Не, это по бетону, а это металл. Это бетон. Ну, блин, очково. Тогда не делай. Это выглядело не так эпично. Просто я профессионал своего дела. Так, ну и что у нас? Разгоночка ведет на центральную секцию. На этой секции вставочка на трюк. Так, что у нас тут в центральной секции? Мы прям отсюда и в ту сторону пройдемся. Такая своеобразная гранька в виде трапеции. Здесь сразу же она как будто бы внедрена в такой уголок. Странный. Тут и попрыгать можно, и вот эти подкаты использовать, чтобы заходить на граньку. Типа а-ля она пониже сразу становится. Кинковая перилка в обе стороны фанбоксика. Фанбокс тоже не очень большой. То есть сам стол, не знаю, полметра. Наверное. Здесь у нас фанбокс, скажем так, закруглен такой штукой. Можно сделать здесь всякими пауэрслайдиками проскакивать. Здесь у нас раз такой через волли, через пул-джем перилка, как хотите. Так, здесь у нас такой как бордюрчик на мануал-пэдик. Прямая перилка прям до конца. И здесь же такая волна у нас идет. Можно с этой волны как раз не всю перилу скользить. Вы можете заходить, например, здесь или на следующей секции, если вы хотите покороче. Идем дальше. Ладно, забыл сказать. На той секции вставочка на трюк. И с этой стороны у нас получается разгонка. Радиус разгоночный. О, смотри. Брендинг. Забрендированный колпинг. Стиль XSA, молодцы. Там тоже у нас разгонка, которую вообще можно как трансферочки клевые использовать. Это я про что? Вот про вот эту зону. То есть можно вылетать с этой стеночки, влетая сюда, отсюда туда, наслаждаться полетами. Помните Катерину из «Грозы Островского»? Почему люди не летают? Почему люди не летают? Летают? Этот радиусочек здесь с девчонками. Также подкреплен небольшим радиусом без колпинга. И здесь у нас вот такой офигенный боу. Вот здесь оригинал колпинг, стиль, кто умеет пользоваться такими штуками, welcome. Вот эта радиусная стеночка, которая без колпинга, по ней также можно скользить. Все тут у нас потерто, натерто, скользит. И в этот же радиус встроена очередная грань, стиль улиц. И этот радио у нас переходит в радиусочек с колпингом. Здесь такая забавная стеночка, на которую явно можно вылетать с радиусочка или для смельчаков отсюда дропать туда. Но это как-нибудь кто-нибудь сделайте, но не я. Виднеется уголочек. Вот такая интересная фигурка. Можно попользоваться, попрыгать, можно по пауэрслайдить.
приехали на такую, наверное, финальную фигурку в этом скейт-парке. Это manual pad с такой гранькой, которой вы можете пользоваться как слэппи гранькой. Для тех, кому лень запрыгивать, кто едет на граньку в небольшой наклон, есть заезд. Ну и, собственно, гранечка приятная, с небольшим совершенно наклоном. Вот, чисто поучиться трюком. Кайф, лайк. И вы поставьте лайк, подпишитесь на канал. Вот, впереди еще больше скейт-парков. Ну, а мы пойдем еще покатаемся.